В школах Чувашии реализуется государственная программа «Доступная среда». По ней в учебных заведениях должны быть созданы благоприятные условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году в проект попала одна из школ Урмарского района. На реализацию его ей было выделено более 1,5 миллиона рублей. Какие изменения произошли в Мусирминской школе, в нашем следующем сюжете. С начала августа в этой сельской школе начались работы по улучшению условий для обучения детей, вынужденных передвигаться на инвалидных колясках. К новому учебному году был изменен вход, установлены двери и, где необходимо, пандусы. Также были отремонтированы фойе школы, спортивный зал и подготовлен класс для учеников с ограниченными возможностями. Когда у нас совещание было в министерстве, нам тоже сказали, что самое надо начинать ремонтные работы именно с главного входа. Потом мы зайдем отсюда, вот вы видите главный вход, меняли здесь окна, двери, площадку делали. Помимо отделочных работ в школе ожидается открытие нового класса, так называемого кабинета психологической разгрузки. В нем будут обучаться дети с ограниченными возможностями здоровья. Кабинет подготовлен, а необходимое оборудование будет привезено и установлено не позднее октября этого года. Тут тренажеры будут, интерактивная доска, на остальное все предусмотрено по перечню. В штатном расписании появились и новые единицы – инструкторы для детей, специально обученные педагоги, психологи. На данный момент в Мусирминской школе только один ученик на инвалидной коляске. Пока он вынужден обучаться дома. Но с завершением работ по программе «Доступная среда» он тоже сможет посещать школу. Екатерина Абрамова, Андрей Спиридонов, Республика.